Пусть многие не верят в женскую дружбу. И не надо. Мы не считаем года, проведенные вместе. У нас не просто дружба. У нас группа быстрого реагирования, которая вот уже на протяжении более чем 10 лет собирается по особенно важным событиям в любое время суток и в любой день недели, как только этого потребует ситуация. И каждая выполняет свою уникальную роль. А вот и Аня. Яркая, экстравагантная и крайне прямая девушка. Задачи были поставлены, сроки обозначены. Жизнь руководителя и активная работа на стройке еще больше закалили Анин характер. И теперь она с легкостью может вернуть с небес на землю любую из нас. Наша жизнерадостная Ульяна. Мы ее называем «Моторчик». Расширила свои сутки до 48 часов. И теперь успевает не только работать по 12 часов, но и заниматься спортом, уделять время личной жизни и даже домашним заботам. Вселяет в любую из нас позитив даже в очень сложной ситуации. О, а вот Алиса. Самая загадочная из всех нас. Алиса Александра. Она же Алекс. Вечно в творческом поиске. Поет, танцует и просто получает удовольствие от жизни. Всегда готова прийти на помощь и предложить бокал исцеляющего игристого вина. Ну а это я приведу в чувство любую из нас. Девочки меня считают гиперактивной, но я всего лишь в поиске идеального баланса. Дом, семья, друзья и увлечения. За последний год освоила новую роль – молодой мамы. Мое кредо – правда. И ничего, кроме правды. За это меня девочки любят, но иногда, конечно, и недолюбливают. Наша Анастасия, а точнее для подруг Ася, стройная, выдержанная, крайне деликатная и в меру молчаливая, готова слушать часами любую из нас, что нам, конечно, нравится. Отличается своей тактичностью и умением доносить даже самую острую точку зрения крайне мягко. Из всего нужно взять что-то позитивное и относиться к этому абсолютно спокойно. Сегодня наша группа быстрого реагирования, как, впрочем, и всегда, собралась по особенному случаю. Судьба разносит наши жизни, замужество, работа, суета. Но не теряем наши нити, мы вместе мысленно, всегда. Порой легкие и беззаботны, смеемся вместе без конца. И поддержать всегда готовы друг друга верные сердца. Мы разные с тобой, и внешне, и душой. Но сходимся в одном, в стремлении к любви большой. И пусть не верят нашей связи, что тянется через года. Мы дружбу нашу сохранили, ей не прерваться никогда.